Любителям CSGO этот сайт точно понравится. Если ты устал от проигрыша и сливания своего инвентаря, то заходи на сайт csgoflip.ru. Если ты, конечно, хочешь превратить свой ширпотреб в реально крутые скины, то заходи, здесь ты сможешь победить любого игрока с любым процентом. Заходи и выигрывай. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а точнее в прохождение новой части нашей любимой карты про зомби-апокалипсис. Это уже третий сезон. В первом, во втором сезоне на каждом видео мы набирали по 3-4 тысячи лайков, за что вам большое спасибо. И именно из-за этого я выпускаю новый сезон, потому что я вижу то, что моим подписчикам нравится вот эта рубрика, и, ребята, я ее останавливать не буду, если вам нравится, то я специально для вас буду ее выпускать. Но чтобы хотя бы выразить какую-то небольшую благодарность или просто сказать то, что мы хотим еще больше серий, потому что, ребята, мне нужно знать. Вы можете показать то, что вы хотите больше серий, поставить свой лайк, только одна секунда, чтобы его поставить, это не так-то сложно, но я увижу то, что вы реально хотите больше серий, я буду их чаще выпускать. Ребята, набираем 1500 лайков, выходит новая серия, а если мы наберем еще больше, то серия выйдет намного быстрее и, что самое главное, намного дольше. То есть она может длиться и 30, и 40 минут. Это, ребята, зависит только от вас. Секунду, чтобы поставить лайк, но столько плюсов, подумайте, ребята. Также подписываемся на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и я буду очень сильно рад, если каждый новый подписчик вступит в нашу большую и дружную семью. Я всех, ребята, приглашаю, это будет очень сильно круто, вы меня просто-напросто порадуете. Секунда лайк, секунда подписка, но это будет действительно мне очень сильно приятно. Но, ребята, мы больше тянуть не будем и сразу же приступаем к новому видео, новой серии и новому сезону. Ну что, ребята, это новая часть зомби-апокалипсиса. Сейчас мы очутились в каком-то заброшенном доме. Кто помнит, с предыдущей части мы нашли уютненькое местечко на побережье какого-то, я не знаю, острова. И как вы помните, у нас там даже был заборчик вокруг нашего дома, и мы там удачно выживали. То есть у нас там было спланировано все будущее. Но, как вы видите, в зомби-апокалипсисе нельзя ничего планировать. Зомби нас нашли, вычислили и также чуть ли нас не убили. Наш песик, конечно, пропал, нам предстоит задача его найти, может, он где-то прячется, посмотрим. Но сейчас, ребята, мы добрались до какого-то нового города, который, в принципе, сейчас нам просто-напросто нужно его исследовать и выжить, как в предыдущих частях. И что самое главное, найти способ с него убежать. Или, опять же, вертолет, или, может, что-то будет новенькое, может, там поезд, машина, истребитель, или, может, что-то другое, ребята, мы посмотрим. Это у нас, как я понял, набор стартовичка, то есть мы добрались до первого какого-то попавшегося дома и, в принципе, нашли то, что нам будет полезно. Это у нас лопата, самое первое оружие. Даже тут написано первое оружие, которое ты смог найти. То есть, если бы мы нашли какой-то там какие-то ножницы, то значит это бы было наше первое оружие. Но посмотрим. Сейчас у нас есть сундучок. Мы уже можем ставить предметы. Это еще круче, потому что сейчас мы можем себе и убежище строить, не так как в предыдущих частях. Сейчас мы можем их строить. И что самое главное, мы можем обороняться от орд зомби. Я надеюсь, что их, конечно, так много не будет, и мы благополучно сможем найти выход с этого города. Но вот, ребята, наш город. Тут у нас офигеть как много всего. Куда бы нам побежать? Там у нас, я вижу, это то ли машина, то ли это какое-то здание опять с больницей, я не знаю. Но тут у нас есть машиночка. Что тут будет? Там внутри, тут ничего нету. А вот тут 100% что-то должно быть. Да, ничего. Ну, в принципе, очень классное место. Тут даже верстак есть, можно тут даже поспать и запомнить то, что тут находится вот этот трейлер, да, как он называется. И может мы сюда даже вернемся. Лошадочка, ты стой тут, никуда не уходи, мы за тобой тоже еще, может, вернемся. И может, благодаря тебе мы сможем сбежать с этого города. Это что у нас там за здание нужно будет посмотреть. А вот это нифига себе, тут домишки у вас есть. Там, ух ты, там уже зомби, да? Там уже один зомби. Камера. Я надеюсь, нас никто не... Крипер? Нифига себе, зомби-апокалипсис эволюционировал. Крипер? Это уже какой-то не зомби-апокалипсис, это уже какой-то, не знаю, мутант-апокалипсис. А чего мы боимся? То есть взорвется он и взорвется. Нам ничего-то не произойдет. Это какой-то, ребята, уже... Нифига себе, это уже даже не зомби-апокалипсис. Это уже какой-то реально мутант-апокалипсис. Сейчас мы его
запинаем зомбяра вот этот. И смотри, что нам чат написала. То есть эта карта тоже не стоит на месте, она эволюционирует. И нам написала то, что мы привлекли зомби, нужно быть поаккуратней. Большущие дома, большущие, но если честно, я тут ничего толкового не вижу. Вот тут еще один сундучок. О-о-о! Там я скелета то ли слышу или что? А... Не успел я сказать то, что я толкового ничего не вижу, и сразу же нашел железные ботиночки. В принципе, железные ботиночки нам очень даже пригодятся. Ванна какая красивая, нифига себе, тубзики потопали дальше. Это у нас еще одна ванна. Нифига себе, два туалета в одном доме. Зажрались люди. Так, опа, это у нас второй этаж. Что у нас тут будет, ребята? Как вы думаете, что у нас тут будет? Ух, скелет у нас тут будет. Это реально уже какой-то не зомби-апокалипсис. Это уже какой-то не зомби-апокалипсис, это уже что-то новенькое. Тут у нас лук, круто. Лук у нас есть, но стрел, конечно, нету. Поэтому будем сейчас искать стрелы. Тут у нас, да, тут у нас тоже есть. О, вот это уже другое дело. Тут у нас сколько? Тут у нас 4 урона. То есть 2 раза больше урона, чем только что у нас было в каменной лопате. Так, тут у нас больше ничего нету. Во, это тоже уже другое дело. Потихоньку, ребята, потихоньку мы начали одеваться. Это только второй дом, который мы нашли, который вообще находился рядом с тем домом, где мы появились. Очень плохо то, что еды у нас толком нету. Что у нас осталось? У нас остался два хлебушка у нас осталось, и все, после этого мы начнем голодать. Я зверушек не буду убивать, ребята, вы со мной согласны? Даже во второй серии у нас был такой момент, когда я нашел корову на улице, я сказал то, что я мирных животных трогать не буду, потому что они, в принципе, ребят, вы со мной согласны, то, что они, в принципе, заслуживают того, чтобы выживать в этом беспощадном зомби-мире, и, в принципе, даже если все люди умерли и появились зомби, то, мне кажется, хоть животные, миленькие животные... О, нихрена себе, нифига себе. Хоть миленькие животные заслуживают того, чтобы выживать. Ребят, если вы со мной согласны, чтобы я не убивал милых, мирных животных, то, ребята, пишите в комментарии, я буду рад, если со мной кто-то согласится. Это что у нас? Это у нас... Да, это у нас полицейский участок. А в полицейском участке у нас может таиться какой-то секрет. Как вы знаете, разработчики любят что-то прятать. Пока. Это, знаете, такой забежал, открыл двери, закрыл двери и все. Идите вон. Нифига себе, я... Что-то тикает. Как я удачно забежал. А, поэтому, ребята, реально, вот создатели любят прятать что-то в полицейском участке. Поэтому, может, мы туда еще вернемся, но чуть позже, да, допустим, во второй серии. Ага, это у нас, как я понял, грузовик, да. Он там что-то перевозил, это у нас опять пожарная станция. Я там сундучок вроде заметил, вот он, да, вот он. Ух ты, топорик, ребята, еще на один урон больше, чем в деревянном мече. Свинку я убивать не буду, как я уже сказал, мирных животных я трогать не буду, надеюсь, со мной многие согласятся. Так, сейчас уже нужно бояться не только зомби, сейчас уже нужно бояться и криперов, и скелетов, это что-то новенькое, ребят, это реально уже какой-то мутант-апокалипсис. Ну фиг его знать, может это только такой город, да? То есть может только в этом городе, знаете, произошло что-то, выкид какой-то нереальной радиации, то что появились не только зомби, а люди уже эволюционировали в что-то новенькое, в что-то... Них! Идите вы в жопу! Знаете, как допустим в Last of Us, потому что в Last of Us были не только же, это были, точнее не зомби, это были какие-то... Как... Ни хрена себе. А, ладно, валим отсюда. Это были, я не помню, кто это были. Это были не зомби, это были как будто грибы, люди-грибы, да, что-то в этом роде. То есть в каждой вселенной свой взгляд на эволюцию, ну... В принципе, на эволюцию зомби, да, могут быть где-то какие-то медленные зомби, как, допустим, в ходячих мертвецах, могут быть это другое дело, могут быть где-то очень быстрые зомби, допустим, как в фильме, там, 28 дней спустя, где зомби были бешеные, то есть это даже не зомби были, это были люди, которые подверглись нафиг той же радиации, ну и что-то стали как будто зомби, но они стали очень бешеными, они бегали нереально как быстро, и от них просто-напросто убежать было почти нереально. Я так понял, мы нашли какой-то магазин с едой, и это, если честно, очень даже круто, потому что мы уже начали голодать. А, поэтому, ребята, они там были очень быстрые.
ну, как вы видите, в каждой вселенной свой взгляд на зомби, где-то они могут быть очень медленные, где-то они могут быть очень умные, очень тупые, да, ну, это тоже зависит, как создатель вообще захочет показать зомби. Ладно, ребята, нет, это все-таки не магазин был, это была заправка. Но в этой заправке мы так нифиговенько облутались, что меня очень сильно порадовало, потому что еды у нас, конечно, уже не хватает. Так, сундук, да, ничего тут нету. Еды уже, конечно, не хватает, но сейчас мы туда пришли, и сейчас мы там что-то нашли. А тут у нас книжечки. Спасибо за книжечки, но я, знаете, я как-то обойдусь. Вот когда-когда, но сейчас считать я 100% не хочу. Ух ты, кто-то по дороге забыл... Нет, мне показалось. Кто-то по дороге забыл нужные вещички. Может, он бежал, его убили, и он... уронил их. Так, что у нас тут есть? Welcome to the suffering creeper. Ага, может... Так, валим отсюда нафиг. Я привлек зомби, мать твою! Там же не только зомби, там еще и эндермен, и скелет, и крипер. Все, идите вы в пень. Это реально уже какой-то нафиг не зомби-апокалипсис. Твою мать, а? Нужно что-то с этим делать, ребята. А то тут уже даже эндермены разгуливают. Я надеюсь, то, что в этом здании никого не будет. Хотя, мне кажется, так еще намного интереснее, потому что это еще намного больше опасности нас подвергает. А мы же любим выживать, ребята. Мы же любим выживать, согласитесь. Поэтому так будет еще намного хардкорнее. Кто не любит хардкор? Именно тогда, когда Эдисон мучается и не может выжить. Я смогу тут поспать. Когда Эдисон мучается и не может выжить, когда я там нервничаю. Твою мать, да, там не только же зомби, уже и скелеты, и криперы, и я не могу убежать, потому что их слишком много. Вы видели, когда мы забежали в одно здание, и там было около 10 криперов нафиг? Я просто закрыл дверь и убежал оттуда. Потому что, ну, слишком рано нам идти и что-то... И вообще связываться с этими криперами. Так, тут у нас ничего, тут у нас ничего. Вот, тут у нас что-то есть. Нифига там у нас нету. Нифига у нас там... нету. Ладно, валим отсюда, ребята. Валим. Ну, забираемся на третий этаж, посмотрим, что у нас тут будет. Если будет там что-то полезное, хотя бы какой-то маленький сундучок, и там будет какая-то полезная фиготня. Пожалуйста. Ну, железные ботиночки у нас уже есть. В принципе, пригодятся. Если, допустим, эти сломаются, да, то мы возьмем... следующий. Сейчас спустимся вот сюда по пожарному выходу. Пожарный... Охренеть, нас там уже поджидают. Как-то, знаете, как-то у меня пропало желание вообще спускаться. Это так по карте запланировано, да? Валим нафиг, валим. Сумели убежать. Так, что у нас тут? Subway. Привет. Тут у нас, походу, будет... Ух ты, ни хрена себе. Тут может у нас будет... А, да, вот тут у нас, видите, ларек, ребята, где продавали еду. Я надеюсь, то, что тут у нас будет что-то полезное, хотелось бы надеяться. Но, кроме печек, я тут ничего, к сожалению, не вижу. Значит, тут, в принципе, больше ничего нет. Это очень плохо. Эндермен, прогуливайся, я тебя даже не трогаю. Может, спускаемся в метро, как я понял, это... Сюда самолет, что ли, нафиг приземлился? Тут у нас метро. Ребята, как думаете, есть ли нам смысл сейчас спускаться? Как-то уже, знаете, выбора нет. Я уже упал, поэтому мы уже спустились. Это у нас реально самолет будто падал с неба и тут застрял немного. Что у нас тут написано? Do you get the pun? Не знаю, что такое пан, если честно. Чё-то фиг его знает, ребят, честное слово. Поэтому, ну, будем надеяться то, что... Охренеть. Ну, круто то, что он хотя бы карту не взрывает. Я не знаю, что нас тут ожидает. Ребят, знаете, что нас тут ожидает? Тут, походу, начинается следующая игра. Тут уже начинается метро 2033. Это тут уже следующий апокалипсис начинается. Так. Ай, сундучки. Вижу сундучки, не вижу сундучки. Ух, летучая мышь. Прям напугала. Мы реально спустились в метро. Но я, если честно, тут ничего толкового не вижу. Я тут ничего не вижу, куда мы можем забежать, что мы можем украсть. Ну, или просто забрать себе. Это просто обычное метро. Тут у нас скелетик.
Бум! На тебе! Не ожидал! А мы напали. Так, тут у нас... Тут у нас тоже ничего нету толкового, да-да... Ну, в принципе, того, что нам сможет пригодиться. Охренеть, тут уже шахты начинаются. Тут, короче, уже обрушенные... Обрушенные станции метро. Идем сюда. Офигеть. Ну, как видите, тут реально ничего нету. Так, я привлек зомби. Не может быть. Зомби-апокалипсис, привлекти зомби. Ребята, давайте мы будем отсюда валить нафиг с этих пещер, можно и так уже сказать, потому что все-таки давным-давно уже зомби-апокалипсис. Нифига себе, нас, короче... И куда мне бежать? С одной стороны одна зараза, с другой стороны другая зараза. Я выхода даже не вижу, ребята. Я не вижу выхода. Выход передо мной, я ищу выход. А, ладно, давайте предположим, что этого просто-напросто не было. Хорошо? Все, пускай оно так и будет. Ладно. Вот это нам действительно очень пригодится. Но перед этим давайте облутаем вот эту полицейскую машинку, если она там, если тут что-то будет, но тут ничего нету. Вы офигели! Да вы за мной следуете прямо с метро. Идите вы в жопу, а? Они сейчас хрен от меня отстанут. Иди ты нахрен, а? Круто, зашибись. И как нам сейчас отсюда убежать? Приветики. Мы очень рады вас тут видеть. Вы что-то хотели в нашем кафе? Кафе заказывайте. Охренеть, да вы тут... Вы бутылками кидаетесь. Ах ты, нечестные покупатели. Вредные покупатели. Нифига себе, пришли заказывать наши... Все-таки, может, это яблочко нам пригодится. Да, мне кажется, оно реально нам пригодилось. Если бы не оно, то мы бы, наверное, умерли вот тут. Офигеть. Я заражен, походу, или что-то в этом роде. Я не могу бегать, ребята. Короче, первая серия реально такая хардкорная. Мне кажется... Твою мать, а. Мне кажется, с этим зомби-апокалипсисом, где не только, точнее, зомби, а еще куча других монстров, то, мне кажется, так еще намного хардкорнее, потому что если бы тут были только зомби, то... Охренеть. Во. Ух, а может даже возьмем. Если бы тут были только зомби, то вряд ли мы бы так пострадали в этой серии. Как видите, под конец серии мы даже уже не можем бегать, у нас нету ни еды, и у нас полсердечка. То есть любой монстр, который нам встретится на пути, нас убьет. Любой. Любой, ребята. Поэтому я, если честно, не знаю. Я, если честно, не знаю, куда нам бежать. Я только бегать не могу. Это максимум, как я могу бегать. Вот так. Я не знаю, ребята, это реально уже полный хардкор. Так, тут у нас толком ничего нету. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Мне просто нужно знать, ребята. Мне реально нужно знать, хотите ли вы продолжение. Если мы наберем 1500 лайков, выходит новая серия. И когда это будет, зависит только от вас. А если мы наберем еще больше, то значит она выйдет еще быстрее. Поэтому, ребята, решайте вы, когда вы хотите видеть новую серию. Да, в принципе... Главное, чтобы нам тут не встретился никакой зомбарь, никакой скелетон. Да, в принципе, ребята, реально можно уже на этом сейчас будет заканчивать. Тут у нас ничего нету. Да вы офигели. Давайте поставим вот тут. Схаваем. Слаунес. Ну... Я пока что еще ничего не могу делать. У нас, да, у нас хотя бы уже жизни начали регенерироваться. Это уже очень радует. Потому что нас бы любой удар убил бы. Если бы нас ударил там или зомби, или кто-то другой, было бы по барабану. Нужно запомнить то, что на первом этаже у нас... Во, круто, все, можем бегать спокойно. Нужно запомнить то, что на первом этаже у нас там есть тортик, который мы можем скушать в любой момент. Тут у нас какие-то секретные комнаты с, не знаю, с кнопочками, которые ничего не делают. Ну ладно, допустим, что это так и должно быть. И тут у нас сундучок, который хотели от нас запрятать. Но мы нашли еду, которая нам реально очень даже пригодится. Потому что, ну, как вы видите, нас очень даже... Ну, еще чуть-чуть тортика осталось, но мы должны его оставить тут одного. Ух ты, сундучок. Я, если честно, даже не заметил то, что он тут есть.
Это что, самолет где-то упал с этими звуками? Ребята, в следующей серии мы, может, пойдем в полицейский участок. Да твою мать, потому что нам нужно узнать цель, которую нам нужно сделать в этом сезоне. Привет. И как мне кажется, в полицейском участке что-то будет, потому что все же, как я уже много раз говорил, создатели любят прятать что-то в полицейском участке. Поэтому, нифига себе, это мотоцикл. Ну, какой-то никакой мотоцикл, но все же. Кто-то у нас там на втором этаже есть, да? Кто-то, да, да кого-то я там слышал. Палочки. Тут у нас ничего нету. Тут у нас тоже ничего нету. Какой-то, ну, какой-то никакой домик. То есть вообще ничего тут толком нету. Но тут рядом есть еще один последний, который я сейчас облутаю. И посмотрим, что тут у нас будет. Нифига себе, крутой домик. Я сейчас умру от того, то, что мне не хватает воды. Но это очень круто. А прикол, если мы реально умрем? То есть, может, это уже настолько продуманная карта, что тут просто... Не просто пишет в чат, да, что, мол, я хочу пить, да? А пишет реально в чат то, что мне не хватает, и если я не попью, то я реально умру. Офигеть, знаете, ребята, честно. Тут у нас ничего нету, поэтому мы уже можем спокойно отсюда валить. Как я уже сказал, после этого дома мы будем заканчивать. Посмотрим, ребята, что нам покажет следующая серия. Как бы это глупо не звучало, то мы вернулись в первый же дом, где мы и заспавнились. Офигеть. Ну ладно, отсюда мы тогда и продолжим в следующей серии и пойдем сразу же в полицейский участок. Прощаемся с нашей лошадкой, которая нас тут ожидала всю серию. Ребята, я хочу вам еще раз сказать большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась карта, вы знаете, что делать. Да, ребята, если мы набираем 1500 лайков, выходит новая серия. Если мы набираем больше, то это еще лучше. Я просто-напросто буду очень сильно этому рад. Также, кто еще не подписан на меня, подписывайтесь. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу семью. Ребята, сейчас мы будем прощаться. Я говорю еще раз всем за просмотр. Именно тем, кто досмотрел это видео до... До конца. Я походу реально... Мне походу реально пить нужно. Офигеть, крутая карта. Ладно, ребята, мы продолжим в следующей серии. Кто не перематывал, кто досмотрел это видео до конца, большое вам спасибо, вы реально заслуживаете уважения, потому что не каждый человек так делает, не каждый человек досматривает видео до конца. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр, встретимся в следующей серии, всем удачи и всем пока!